Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть The Binding of Isaac Afterbirth. Ну что ж, давайте. Ну почему нет, Каином попробуем пройти режим жадности. В который раз не получается, но сейчас получится. Вот, пожалуйста, сразу быстрее стреляет и больше слезок. Ну, незаметно, но предположим. И мухособирательная баночка. Может и неплохо. Отлично, и дэмэдж, и здоровье. Это надо брать. Это все надо брать. И даже, пожалуй, вот это не повредило бы. Чтобы была комната сразу с ангелом. Это было бы классно. Это было бы классно. Действительно. Вот и проверим, работает это или как всегда нас обманывают. Обманывают. Так, значит, чем больше убиваем врагов, тем больше мух. Больше врагов, больше мух. Больше врагов, больше мух. Мух. Врагов. Но только не считаются враги убитые мухами. Немножко нехорошо, но ладно. Пожалуй, стоит уже поднакопить для босса. Так, что-то их много. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно, что ни одной не было. Обалдеть. Только не новые пауки. Хватит нам и этих. Вот так. Может, не учитываются враги мухи? Ну вот сейчас, которые убились. Вот, только те, которые слезками убиваются. Все понятно. Все понятно, все плохо. Их 4. 4 маловато. Ну ладно. Конечно, берем это. И дамаг. Не сказать, чтобы больше был. Блин. Это надо взять. За какие деньги вы это хотите сделать? Да, не весело. Вот чуток монеток. Но это их не будет. 15, скорее всего. Плюс нам надо еще за 5 взять. Может, не надо. Сейчас посмотрим, если их будет 15, то, пожалуй, да не будет их 15. Это еще 8 монет, их 8, ну не будет. Не будет их 8, все тут. Ну, мало ли, вдруг... Тогда будет выбор, или взять... этот... Как он? Чтобы комната ангела появилась. Ну, вот их 4, да. Что, в принципе, выбор-то и... Какой выбор? О чем вы? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да, что-то дамаг как-то не сильно повысился. Но повысился, пишут, что, но, что-то незаметно. В чем повышение-то? Блин, ну вот хочется использовать эту самую баночку, но ведь лучше оставить на следующего босса, который будет... Или даже не на следующего босса, а вдруг будет в комнате с сделкой или с ангелом. Что там будет-то? Что будет-то? Так, ну и чё? Ну вот, взять бы. Как бы. Или бомба. Вон, там такие классные вещи лежат. И это все ради черного сердечка. Да. Бомбы надо. Или просто зайти туда и еще раз. Да, это больно. Вот и бомбы. Ну, в принципе, так тоже можно. И все поменялось. Но точно это не 15 монеток. Ну, вот это тоже можно было бы взять. Но 15 монеток их нету. Брум-брум-брум. Ладно, нету и не надо, значит. Значит, давайте-ка возьмем вот... А он пропал! А мы теперь ничего не возьмем. Ладно, пошли так, чего уж там. Зато если будет комната с ангелом, у нас есть вот отмычка. Застрял.
Да, так случилось. Он застрял, уткнулся в кучу, непроходимую кучу добра и вот так стоял, да. Ай. Чё, какие-то долгоубиваемые. А хотя чего мы ждем-то? Вот у нас 3 миллиарда мух. Давайте разбирайтесь. Вот и все. Проблема решена. Еще даже несколько мух осталось. Плюс в баночке есть. И мы все вначале расковыряем, мало ли. Ну, пошли глянем. Тут строго по 2 красных сердечка. Вот тебе усиление дамага, вот тебе 2 красных сердечка стоит. Ну, не кисло. Не кисло, не кисло. Если мы 2 потратим, одно останется и 2 серых. А мы потом их наберем. А поможет ли нам это усиление дамага? Вот сейчас и узнаем. Ну, в принципе, выглядит неплохо. Может даже с таким и на жадность можно будет идти. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Что же будет дальше? Какие у нас дальше есть артефакты? Что-то же дадут. Давайте еще усиление дамага, еще чего-нибудь. Ну да, ключик. О, вот, пожалуйста, регенерация и здоровье. Уже хорошо. Ну и, наверное, так, это я не помню, что такое. Это все ни о чем. Но даже можно взять. Я не помню, что это такое. Но стоит 7 монеток, вроде дешево. Может, его не надо брать? Я не помню, что это. А, одной монетки не хватает, и может, это правильно. Сейчас нам дадут тут правильный артефакт. Вот он, этот артефакт. Все, мы просто теперь непобедимы. И даже не буду эту штуку брать. Хотя она, наверное, тоже неплохая. Ну и отлично. Значит, что нам надо? Нам надо просто идти и всех выбивать. Из них все убивать. Если что-то классное появляется, то с ним брать в магазине. Я думаю, его там особо много не будет чего-то классного. Это же слезы бога. Вы чё? Здрасте. Привет. Ну, давай, открывайся уже. Прекрасно. О, колобки. Прям сразу вот. Сами виноваты. Ничего не знаю. Да-да-да-да-да. О, сколько у вас там всяких. Цыпа-цыпа-цыпа-цыпа. Мы уходим. Нет, конечно, нет. Куда ж мы уйдем-то? Ой, на что нарвались? А что мы нарвались? Это мы нарвались на лужицу. Ух ты какая. Так, итого, 24 монеты, что из этого можно... Ну, в принципе-то ничего тут брать неохота. Ключ один, если что, там прикупим, так что... 7 монеток, что это такое? Так, я должен посмотреть, если это усиление дамага, то берем. Конечно же, я посмотрю в своем чудесном планшете. Угу. Какой есть? Другого нету. Так, это какой-то колпак. Колпак из новых. Конечно, из новых. Я такого еще не видел. Вернее, уже видал, но не помню, что делает. Так, The Wiz. Isaac vs. Dance Head Fires to Tears at Once. Диагонали. О, нет. То есть это как эффект... Нет. Такой эффект нам не надо. Эффект Визарда будет... Нет, я не хочу эффект Визарда вообще, в принципе. И переролить это все нельзя. Ну, и ладно. И хорошо. Значит, не будем и заморачиваться. Давайте с боссами разбираться. Кто тут босс? Пин? Кто тут босс? Почему я никого не вижу? Что, вот это две штуки, это был босс? Или не решили, раз уж тут такие вот, понимаешь, слезы бога, даже не стоит и рыпаться. И правильно, нечего вам рыпаться. Так, мухи. Смотрите, все равно. Что они себе позволяют? Че они какие-то злые? Эй! Прекращайте вы это дело. Вот тут-то они решили, раз уж слезы бога, то давайте-ка разберемся с этим. Ну-ка, телепортация сюда же. А вот это поворот. Давайте вначале разберем костры, а теперь смотрим, что тут. Пилюли с эффектом. Tears down. Ладно. Бомбы становятся ключами. 0 на 0 поменять. Обалдеть, хорошая комната. Чего мы сюда спешили? Не надо было.
Так, что... Ну, нет, из этого ничего не берем, просто идем... Идем дальше. Все-таки с таким-то эквипментом как тут не выиграть-то? Не-не-не. Надо обязательно выиграть. Ну-ка, 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 что нам предлагают? Восьмерка. Быстрее стреляет, хорошо. То успеется. Удваивает количество ключей, ну их стало два. А, повышение всех характеристик, прекрасно. Плюс здоровье, плюс дамаг, плюс все. И тут может что-то. Повышение здоровья, ну это можно взять. Это тоже. Damage range up, прекрасно. И защитный куб тоже можно было взять, кстати. Ну, это же мидбой. И он наконец-то встретил свой кубик. Надо будет взять. Или подумаем еще что-то, может, уже и не стоит. Лучше как-то упор делать на дамаг и здоровье. Но это же защита хоть какая-то. Хоть какая-то. Эть. Кто тут у нас? Мышки. Наружки были. Минус один бомбы. Ну ладно. Почему нет? А еще черви. Кроме червей были еще... Вернее, бомб. Ух. Ой. Оно само я не трогал. Да. Знаете, турельки, они потом еще не просто лазером, а... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А крутится. Так, итого, 21. Что, что, что? Кубик, конечно. Как тут с дальностью стрельбы? Далеко ли? Можно было бы взять. А можно и не брать. Вот, хорошо. Вот просто... Просто то, что нужно. Что, еще кто-то есть? Только не говорите, что их два было. О, нет. Так, ну этому же в морду дают они, конечно. Это же слезы бога. Они тут всех валят вообще. Тысяч-тысяч, ло-ло. Хм. Правда, все? Неужели все? 15 как раз монеток. Можно что-то взять. Ну, например, дальность стрельбы. Ну, пусть будет, а там посмотрим. Ладно, пошли. Что тут еще у нас? Два всадника. А что только два? Почему их по четыре? Нет, ну ладно, не надо нам их четыре, это я пошутил. Так-то в идеале должно быть четыре. Ух ты, таки задел своим выстрелом. Так, что предлагают тут? Предлагают дать в дюндель вот этому чуваку. И получить камушек тоже хорошо. Вот, слезки чем дальше, тем больше. Вот, это прекрасно. Они поняли, чего нам надо. Хе-хе-хе. Идем дальше. Так-так-так, что тут у нас? Ключик есть, ключик есть. Дамаг или здоровье? Дамаг или здоровье? Ух ты, как сложно. Давайте возьмем здоровье, что-то... 4 это совсем мало. Горящие слезки. Ну, ну что тут скажешь, пусть будут. Хотя это не самый лучший вариант. Вот что надо прикупить, и со здоровьем проблем не будет. Отлично. И там уже разве что дамаг, или вообще уже собирать деньги на жадность, да и все. Вот как-то так я себе вижу развитие событий. И давайте, поехали. Кто? О, наводящиеся же. Они же наводящиеся, забыл об этом. Так, ну лучше стоять где-то в уголке, а то... Вон какие-то красные пятна, их уже не видно. Но они есть. Кто-то остался? Да. Ох, куча бомб. Просто куча бомб. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, это была восьмая волна. Отлично. И что? А что еще? Надо было взять вот это. Желтый. Нет, только не желтый. Это мы знаем, желтый этот ваш шприц. Его только хуже. Можно, конечно, еще это взять и какую-нибудь триньку, если попадет. И... Ну, это если попадет. Так, ну что, давайте. Кто тут у нас? Опять всадник. Взадник. Взадник война. Он один. Один, отлично.
Так, вот только бомб не надо плодить столько. Хе-хе-хе. Опаньки, Блот и два Гурлингса. Но тут... Тут уже это Блот, тут... Ну вот и попал. Сейчас получишь Блот по своему Блоту. Так, итого. Ну, пока ничего. Что ж такое? 12 монеток. Что мы тут можем? Не хватает. Вот тебе и раз. Не хватает. Ну, не хватает, и значит, не надо. Кто тут у нас? Два монстры. Ух ты. Хорошо, прыгают-то сверху. Профессиональные монстры. Ух ты. Они не только сверху прыгают. Они еще и стреляют. Ух ты, еще и не уклонился. Профессионально не уклонился. Кто это? Это Каин. Каин умеет. Да. Что дают? Какой-то отстой. Да вы что? За сердечко вот это? Нет, даже... Так просто... Просто прямо обижают. Давайте-ка глянем, что тут дают. Ничего не дают. Так и думал. И тут обман. Ладно, больше мы монеток тут никаких, скорее всего, не получим. Ключик там купим, я надеюсь. А не будет, ну и ладно. Ну окей, и дальше. Чё пишут? Ага, это как раз еще уровень, в котором есть артефакты. Curse of the Blind, и это мы не видим как раз какие артефакты. Матчбук. Ну ладно. Может, даже и не стоит ничего брать, то уже как-то и боюсь. Вот что тут за артефакт? Я не знаю. Стоит ли их брать? Может, и не стоит даже. Ладно, давайте посмотрим, что там. Понятно, какой-то неизвестный артефакт. Мистер Бум. Так и знал, что отстой. Можно было и не брать. Окей, окей, поехали. Ух ты. А взрыв-то это был от нашего вот этого предмета, который такое нам устраивает. Это огненные слезки. Они иногда врагов взрывают, но взрывают чаще всего, когда рядом наш персонаж. Вот такое вот бывает. И что? Ну вот так. И боюсь, такое же будет на жадности. В общем, тут лучше ничего не брать, никаких артефактов, потому что... Ну какие там артефакты, я ж не знаю. Просто всех... Убить, денег собрать и в последнем магазине решить, что-то стоит брать или так уже идти на жадность с этим. Собственно, вот. Боссы. Кто там внизу? Это два вот этих близнеца черных. И еще вот этот. Здрасте. И его два... Даже не знаю, он... Как это сказать? Его два... Как правильно? Ну, потомка. Он разделился. Ну, в общем. Идем дальше. Ну, Тьфу ты, надо же было еще глянуть, что там. Ну. Useless. Мы все равно не увидели, какой артефакт. И это было печально. Так, где дамаг? Где тут? Что? Что? Зачем это все? Ну. Ну, можно, конечно, влечение здоровья, но... Нужно ли? Прям даже не знаю. Брать нечего. Артефактов нету никаких классных. Ладно. Сейчас соберем деньжат и, возможно, с ними уже так на жадности пойдем. Ай-яй-яй, догнала. Дак-дак-дак. Ох-ох-ох. А почему они летают? Что, кого-то добить надо? Ой-ой-ой. Ну, я же успел увернуться. Не успел. Не рассказывай никому, не успел. Все видели. Вот именно вы видели, успел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какое зло. Три миллиона червей. И все. И ничего. Ну что с этим всем делать? Ничего, не будем ничего покупать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это еще сверху ноги будут топать. Конечно.
Кто там? О, ну это в принципе простые в нашей ситуации это простейшие боссы. Так, и что? Стоит сходить там глянуть, что в этой комнатке? Просто бомбы. Давайте мы все взорвем, раз уж так все просто. Все равно эти бомбы куда их девать? Так или иначе, сердечко мы вот тут подберем. Вот. И последняя комната. Ну, не знаю, давайте попробуем. Это ужасные боссы, вот серьезно. Так, Vision, и это Passage. Ну и Vision. Ну и Passage тоже возьмем. Значит, по идее, нам должны показать секретную комнату. Ну, в теории, я не знаю, что там есть. Может, что-то есть, и она как водится. Она тут вот. Давайте глянем, что же там в этой секретной комнате. Батарейки. Это то, чего нам не хватало. Нет, нам не хватает сейчас купить два красных сердечка. Вот теперь-то все нормально. Вот, и теперь с этим идти... Ну, может... А может попробовать вот так? Так, что тут у нас? Это у нас усиление дамага, между прочим. Может и взять. Плюс одно красное сердечко. Это что-то там хорошее тоже. Или еще раз. Вот, а вот пижамку можно было бы взять. Все-таки серые сердечки. Берем. Все, и вот с этим идем. Мы даже можем пойти с помощью... А, ну, давайте. Можем так пойти. Почему нет? Для чего бралась эта руна? Вот для этого и бралась. А, да. Что-то выпало. Или отпало. Ультражадность. Да неужели? Скидка. Неужели скидка на магазин? Как вовремя. Ультражадность. Вот она. Да. Давай, ультражадность, здрасте. Так, какие монетки? Еще что за дело? Еще за дело. Хватит задевать. Да боже ж ты мой, мы так не собираем. Не насобираем ни на что. Каждый раз попадает. Хотя бы двадцаточку закинуть туда. Уже было бы хорошо. Опять попал. Ни единого... Нет, один защитный кубик летает, и он как-то что-то не очень старается. Ох, боюсь, мы так много не наберем монет. Ну да, еще сейчас отхилится. Вот ведь... Да, потихоньку отхиливается. Но пройти-то мы, скорее всего, пройдем. Но надо еще и монет скинуть. Тут вот такое дело, и чем больше, тем лучше. Пожалуй, надо было взять увеличение дамага. Вот хоть то, хоть какое-то. О, началось ключики. Только не ключики, только не ключики. Нет. И давай отхиливаться. Да что ж за ужас? Опять? Ну это нечестно. Это как-то по-читерски. Она хитрит и обжуливает эту жадность. Оно и понятно, жадность.
Так, их 20. Давай, вот мухи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, еще чуток. Как чуток? Еще многовато даже. Ух ты! Совсем немножко. Отхилилось. Обалдеть. Что ж такое? Дамажишь, дамажишь, а оно тебе раз и отхилилось. Ну, наконец-то. Фух. Так, 242. И как раз двадцаточку, надеюсь, закинем. Хоть что-то. Что вот это за проценты еще там? Вот не знаю, интересно. 262. Вот. Вот. Что-то там еще взорвалось, ну это такое. Обратно мы уже не идем, монет больше никаких нету. Окей. Фу, ты взорвалась. Это же эти и взрываются. Чудо слезки огненные. Ну, вот такое. 262. Это почти 250. Это четверть. То есть процентов, ну, 26-25. От того, что надо. Ох, еще долго, но будем стараться. Давай, улыбнись нам, парниша. Ну, кстати, Каин оба два глаза. Вернее, обоих двух нету. Печаль. Дин-дин-дин-дин. Дин-дин. Да, это мы все видели. Ну и вот такое вот. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.